Шайба в воротах. Маклюков 2-2. И Маклюков принимает поздравления. И посмотрите, 4-0. Ну как все просто четко разыграли игроки Куньлуня. Подключился Кайл Вуд и забивает. Итак, Волгин дальше. Бросок. Гол! Витязь! Владислав Кара. Какой бросок? Галиев, Токранов, бросок, поворотом, гол! Токранов вышел вместо Воинова, да? Да, вместо Воинова подправил Радулов, да, был касание. Шайба приходит к Берлёву. Прострел налево, еще раз Шулок бросает и забивает Либор Шулок! Лучший снайпер среди защитников «Адмирала». Бореса не получается шайбу вывести. Вот здорово, момент. Бросок, гол! Блестяще! Сергей Плотников! Мастер Максим Мамин, какая пауза. Сделал передачу, конечно, идеально попадает Сергей Плотников. Ответ уже от Витязя, и шайба в воротах. Забивает Скотт Уилсон не самым коварным и сильным броском. Две минуты большинства, и сразу бросок, гол! Михаил Сидоров! Не оставляет шансов Юлиусу Гудочеку. Вытащил шайбу. Бум! Классное попадание Михаила Сидорова.